В Темиртау состоялся практический семинар на тему «Основы адаптивной физической культуры, содержание и методика адаптивного физического воспитания и адаптивного спорта». Мероприятие привлекло внимание как специалистов, так и родителей особенных детей. Лекцию провел магистр по адаптивной физической культуре, который поделился знаниями и практическим опытом в этой области. Цель практического семинара – это дать знания специалистам, по основам АФК, да, адаптивной физической культуры. Многие сейчас специалисты путают ЛФК от АФК. Также у нас в Казахстане только-только развивается адаптивный спорт, адаптивная физическая культура. И хотел бы, как магистр АФК, вот, объяснить людям, как нужно работать с особенными детьми, нужно ли проводить какие-то определенные соревнования, ну, также дать какие-то дополнительные знания, чтобы специалисты развивались в этой сфере. Одним из ключевых целей семинара было показать родителям и специалистам, как правильно адаптировать физические упражнения под индивидуальные потребности каждого ребенка. Лектор отметил важность систематических занятий и индивидуального подхода, подчеркнув, что физическая активность способствует также психоэмоциональному развитию детей. Один человек становится спиной. Вы сзади, как тренер, и я должен молча, без команды должен бросить. Но если ребенок тяжелый, да, реакции нет, он медленно воспринимает, тогда вы должен, можете сказать с подсказкой, да? Вот теперь я должен бросить, а вы должны словить. После завершения лекционной части участники имели возможность получить консультации по интересующим их вопросам. В рамках семинара предусмотрена 30-дневная онлайн-консультация, которая позволит участникам лучше усвоить материал и задать дополнительные вопросы. По окончанию практического семинара всем участникам были выданы сертификаты. Тугжан Сагимбекова, Александр Ломако, новости Темиртау.